Здравствуй, друг. Да, я обращаюсь к тебе, к своему соотечественнику. Настали непростые времена. Моя хата с краю, этот принцип больше не работает. Страусиная политика никогда ни к чему хорошему не приводила. Настало время определиться. Наш президент взвалил на себя огромную ответственность. Я считаю, надо его поддержать. Ради того, чтобы довести дело до конца. Как это дело довели наши деды и отцы в прошлом веке. Это очень важно. Потому что это касается и тебя, и меня, и будущего наших детей и внуков. Определяйся. Удачи тебе. Силы, духа.